Дорогой друг, я рад приветствовать тебя, я Иван Комаров, и веду репортаж из Оксфорда. Да, мы едем с моим благословенным другом Джоном от... Привет. Да, видите, как он замечательно говорит на русском языке. Да, и слава Богу за него, это замечательный служитель, который много лет служит России. Служение БМФ приводит людей ко Христу. Это очень важное служение благовестия. Это супер, друзья. Слава Богу, благословляйте, молитесь о его служении. И вчера мы служили в его церкви. И дальше вот сейчас едем уже на встречу с Дмитрием Сидоренко. Это пастор церкви в городе Пул. Будем служить там. Поэтому молитесь, если Бог кладет вам на сердце. Очередной день служения сегодня. Вся слава Иисусу. Пишите, звоните. Мы с вами. Мы любим вас. Будьте благословенны. И в среду я возвращаюсь в Москву. Я прошу прощения у тех, кто участвует в молитве в прямом эфире. Возможно, я завтра не смогу отсюда вести репортаж. Я не знаю, будет ли у нас интернет там. Но по приезду я, конечно, проведу эту молитву. Поэтому не расстраивайтесь, не огорчайтесь. Скорее всего, она будет в четверг или в пятницу. Все остальные служения идут по плану, как положено. Поэтому любим вас, благословляем. Господь с вами. Иван, это место для мини. Строить мини. Ага. Машина здесь, мини. Угу. Завод. Угу. BMW. Здорово.